Сейчас нахожусь в Пятигорске, иду по улице Дзержинского. Ну, подумаете, ну и что тут такого, прогулочка по какой-то серой улице Пятигорска. Все, кто Пятигор знает, мимо вот этих вот интересных строений проезжали. Но мало кто знает, что это конюшня кабардинского конного полка дикой дивизии. Точнее, это остатки от конюшни, но люди сохранили. Сейчас здесь располагается ДРСУ, дорожно-строительное управление. Эти конюшни принадлежали Кабарде, когда еще Пятигорск относился к Кабарде до 1937 года. Вот люди облагородили, как-то осталось и с тех времен. Сто лет прошло, даже больше. Вот отсюда кабардинцы наши, прадеды, деды отправлялись на Первую мировую войну. Знаменитый Даутоков Серебряков со своей сотней. Будете мимо, не проезжайте, рассмотрите внимательно. Наверное, это единичные какие-то здания, которые напоминают нам о той старой Кабарде.